Сегодня едем на пик Панорама. Вернее, идем. Сегодня буду только на GoPro записывать весь движняк. Так? Да. Здрасте. Пока здесь в тени идти. Здесь ветра нет, так тишина, спокойно. Ну, это прохладненько. Мы идем час. 6 минут. У нас сегодня самый простой легкий выход на Фурмановку и в Панораму. Продышаться свежим воздухом. Сегодня идеальный день. Да. Ветра нет. Вообще. Очки надо одеть. Последний раз этот креационер разговаривал. Вот, сейчас с качелем приближаемся. Снег очень глубокий, мало снега, свежий снег, скользкий, сухой. Вон она, Фурмановка, и там стоит человек. Стоит один человек, я его вижу. Сразу там не один. Покрыт. Что интересно, где Талгар, там уже нету туч. Именно город покрыт. А сейчас высота, интересно, какая? 2700 есть? Сколько? 1600, по-моему, Медео. Да? Значит, мы на километр поднялись ровно. Да? Значит, здесь 2600. Короче, идем на Фурмановку. Мало осталось, 2600 высота. Вон за мной пик Бухреева. Сегодня идем вдвоем с Сержиком. Стас не пошел с нами. Занят. Настроение хорошее. Перерыв был 3 недели почти. Такие вот дела. Можно.
Ух, вот на гребень выходим. Вид того открывается. Шикарный. Талгар видно. Пик Талгар. Букреева видно. Вон наш. Фурмановка осталась. Метров 300-400, наверное. Перерыв. 3 недели нельзя допускать. Надо каждую неделю тренироваться. Иначе все наработки коту под хвост. Быстро деградируешь. Особенно касается физической подготовки. 3 недели не ходили, теперь на Фурмановку забраться практически тяжело стало. Не так прям тяжело сильно, но все равно. Идем медленно. И молниеносно. Вершина близка. Такая панорама здесь. Вот она вершина. 10 метров. Через камни. Фурмановка, а вон панорама. Вон панорама. Вот Фурманова. Он, интересно, куда дальше пошел? Он ушел. На панораму, получается. Он пошел на панораму.
Наверное, в кругосветку он пошел, да? Может вернется, я не знаю. Может кругосветку. Какая-то птица здесь, смотри, такие крупные эти. Ага. Сейчас. Намаз не будет. Намаз будет сейчас. Сейчас. Да, можно, знаешь, как сделать? Чуть-чуть не спуститься, а я воду поставлю, кипяточек. Кипятим буду, пока мы сюда-сюда. И кофе такой горячий-горячий. У меня еще такие печенечки есть. Или может вообще спустимся туда, к бревну? До бревна дойдем? Ну давай. А то здесь что-то, здесь мест, наверное, нету. Можно бревну спуститься, да. Можно туда спуститься и там. Ну ничего, нормально я перенес. Чуть-чуть, правда, такое есть, что нетренированность. Да? Чуть-чуть. Не, а я вот чувствую, что сейчас вот я... Раньше я заходил на фурманку, блин, уже какой-то, знаешь, будто что-то совершил. Такое. А сейчас как-то буднично так, это, ну, поднялся. Ну поднялся. Да, будничность такая есть чуть-чуть такая. У меня сейчас просто такой этот, вот в такую фазу этого уже второго дыхания, что такое этот, как бы идешь себе и идешь, как бы, эмоций. Практически нет. Побывали мы на горе Фурмановка. Солнце в дымке, высота 3100, по-моему, с чем-то, тут не поймешь, высота вот, такая панорама сзади меня, красивая. Одел я две шапки, голова мерзнет чуть-чуть, сейчас чуть-чуть ниже спустимся, там попьем чуть-чуть кофе, вскипятим воду. Горы, как всегда, прекрасны, даже в такой день пасмурный. Снег лежит красиво. Такая красота вокруг. А? Вот этот звук, он означает, что включил камеру? Вот этот означает, что включил, а когда пять раз, выключил. Это значит выключил.